Каждый ребенок хочет, чтобы его желания исполнились. У 12-летнего Даниила Бажанова воплотилось в жизнь сразу две мечты. Первая победа в конкурсе рисунков «Создадим красоту вместе. Твой район. Твои идеи». А вторая – установка скульптуры «Лестница солнышка» на центральной площади города, выполненной по его эскизу. Я когда узнал то, что я победил, я сначала не поверил, но потом все-таки очень сильно удивился. Хоть я уже и большой, и мне некогда играть на детских площадках, но я все-таки очень буду рад, если наши маленькие жители будут использовать мою и будет эта игрушка доставлять им большую радость. Художественное состязание проходило в 2017 году. На реализацию проекта потребовалось 2 года. К созданию эскиза Даниил подходил весьма требовательно. Несмотря на столь юный возраст, мальчик уже тогда понимал, что основным критерием должна быть безопасность. Ведь рядом с арт-объектом будут играть дети. Я обдумывал, чтобы оно было не травмоопасным, потому что бабушка мне рассказала, то, что как были устроены все площадки в советское время, что не хватало лестниц, карусели, даже качелей. Вот. И я решил сделать свой проект устойчивым на земле, не травмоопасным, естественно. Далеко не все местные жители знают историю возникновения этой скульптуры, а именно то, что она выполнена по эскизу ребенка. Новость об этом вызывает еще больше интерес к арт-объекту. Все, что делается новое в нашем городе, это замечательно, потому что дети нравятся, дети радуются, это самое главное. А то, что выполнен по эскизу детей, мы не знали, вот вы нас просветили. Отличная, конечно, затея сделать по эскизам детей. Я думаю, это здорово. Если каждый ребенок будет рисовать и что-то будет воплощаться в жизнь, то это классно. Даниил Бажанов приехал на центральную площадь не один, а со своей мамой, которая всегда и во всем его поддерживает. Хочу поблагодарить свою любимую бабушку и мою любимую маму, то, что она мне помогала в этом проекте. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».